Юг патрулюн узманнары йол разгельмелерни йог итмедини хаберлерани йол куралларны хербери есабалсын лазым. Арабачылара насат едерлар декат йолда олма. Масус окулларын хем ясалларын янында. Цель этой спецоперации... Бо операциянын давасы йол разгельмелерни исилтмә. Нечинки девлетте ен чок яян гезеннерлен балы разгельмелер олырлар. Яян гезеннере лазым билмени йолу гечаркана куралара каршы киши варниче йөлсүн. Йолу лазым гечме о заман ачан окорунчлу. Пешеход должен тоже думать. Яян гезеннер да düşünüp de йолу гечсиннер лазым. Арабачыда хер заман йок өлө кулайлык кызлы дургутма машинайым. По сторонам убедиться, что его пропускают. Ну не нарушаем. Бян кануна каршы гитмерим. Хепси йол кураларыны есабалырым. 15 жылдан зейде арабада гезерим. Полиция узманнары нышанырлар, ани арабычылар лазым билсиннер. Яклашарканы пешехода, оннар мутлака лазым яян кишиге кечме абраксыннар. Пешеход тек ер нереден хем күчүклер, хем де бүйүклер варынча кетсин. Всегда перехожу дорогу в положенном месте, вот, например, здесь. Переход. Очень четко, красиво видны белые линии. Бен хер заман доору ерден йолу гечерим. Хичбир заман арабачылара көстек коймырым. Кануна гюре яшырым. Поступки. Стараюсь не нарушать и делать так, чтобы как все по закону, чтобы было. Иногда нет. Честно. Почему? Скажу. Ну, быстрее, например, вот здесь недавно прохожу. Всегда получается. Сирек кануна каршы гидерим. Бакырым йолу ники тарафына гечинчесына. Ама вар гюннер алатлырым. Иногда получается так, что нужно быстро пройти. Но так в основном, конечно, мы соблюдаем правила дорожного движения, потому что это как? Это обязательно, это наша жизнь, во-первых. Молдова девлетин канонларына гөре теоннар ким яян киши кол вермеде варниче 900 лейден 1500 лейден ceza ödesin. Хем 4 ceza puan kabul etsin. Ер яян киши канона каршы gittiyse o 300 лей ceza ödeyir. Geçti yıl devletin yürüyen tarafında 163 protokol yazıldı. Onların arasında 988 яян gezen kişiler cezalandı. Марина Топал, Елена Радкогла, Алексей Герчуг, РТ Хаберлер.